Короче, сюда один раз и сюда, да? Нет, сюда не надо нажимать. Все, только сюда. Thank you.
концерт группы Моторама в московском клубе Yota Space. Так, каким же он был? Ксения Владимировна, вы... Вот это, кстати, Ксения Владимировна, поздоровайтесь с ребятами. Привет, ребятки, вызвались. Какие у вас впечатления о концерте? Что можете сказать? Потому что все-таки с этой группой вы знакомы более моей. Моего. Мне понравился концерт, хороший. Отличный концерт. Вот, но мне не очень понравилось, ну, звук. Ну, мы вот в плане звука, конечно, да. Вокал был неплох, вокал хорошо воспринимался, слышно. Да, но стоило буквально чуть-чуть ускорить ритм песни, и все, инструменты скатывались просто в кашу, в неразбериху. Это было не очень прикольно. Вот, лично мне, как человеку достаточно далекому от такой музыки, не очень понравилось абсолютное отсутствие какого-либо оформления. Ну, по факту, я мог просто поставить фотографию ребят перед собой и включить их в наушниках, и особо ничего бы не поменялось. Я не знаю, и при этом находиться, не знаю, в метро в час пик. Вот и все. По народу лично меня очень сильно удивил слэм. Когда я впервые увидел слэм на подобной музыке на Мазерленде, да, я подумал, что это просто толпа упоротой молодежи, и поэтому они, собственно, и устраивают такую толкучку, но сегодня это повторилось. Не знаю, это было странно. Это было странно, учитывая, какую музыку в основном слушаю я, это, конечно, было немного диковато. В целом, достаточно положительные впечатления о концерте, довольно атмосферно. Но я вот честно, я вообще не увидел смысл в сольных концертах Моторамы. Чего там делать, вообще непонятно. Танцевать, да. Ну вот. Так. Ну, собственно, все. У тебя есть еще что добавить? Вот я еще. Можно добавить про вокалиста, что он был очень странный. Но я уже его видела и была готова увидеть его опять. Ну да, у ребят вообще никаких эмоций. Да. Вообще никаких. Это было странно. Они собрали половину Yota Space, одного из самых крупных, наверное, клубов в Москве, и на лице вообще не выражалось никаких эмоций. Это странно. В целом, все прошло достаточно атмосферно, клево, и я думаю, добавлять тут больше нечего. Подписывайтесь на канал. Все, да. Подписывайтесь на канал, вот будет ссылка в описании. Куда еще подписываться? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, вот, будет ссылочка в описании. Вот, на Антошин инстаграм. Вот, тоже будут ссылочки все в описании, группа ВКонтакте и... Чат в Телеграм, вот, да. На все подписывайтесь, мы вас любим. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ладно, так.